Всем привет, с вами Мистер Геймер, и я знаю, вы хотите новинок, вы их очень хотите, вы их жаждете, да, я знаю. И сегодня вы ее получите, недавно вышедшая игра Top Gun Hard Lock. Я скажу вам сразу, фильм Top Gun был говном, пародия на фильм Top Gun была говном, пародия на пародию фильм Top Gun была говном. Игра на Денди Топ Ган по фильму была говном. Есть ли шанс, что эта игра будет говном? Сейчас мы это выясним. Ну, для начала я бы хотел сразу отметить, что... В симуляторах, конечно, довольно сложно сделать что-то новое, но можно хотя бы попытаться все не обосрать, хотя такое встречается нечасто. В описании игры говорится, что это продолжение фильма Top Gun 86 года, где действие происходит в 2012 году. Вы видите связь? Видите, да? Вот, давайте-ка посмотрим кампанию. Эта игра настолько новая, что в ней даже нет русского языка. Эх ты, блядь. А сейчас заставочка не сказать, чтобы сделана прям говнецом. Я хочу сказать, что эта заставочка вот такого вот типа, она нахуй не упала просто. Серьезно, она... И что за уровень? Welcome to the Gulf. Гольф, Гальф, Сильф. Блядь, я даже не знаю, что это, блядь, там за буква. Серьезно, я даже не знаю. Потому что посмотрите, буква Г ничем не отличается от буквы С. А возможно, это вообще буква О, где просто отвалился кусочек. Такое бывает в малобюджетных играх. Так, я могу типа что-то выбрать. Ну что ж, так, посмотрим. Я могу приближать самолет, отдалять самолет. Что ж, давайте посмотрим на него вблизи. Как можете заметить, он нихуя... Ага, вот. Так вот уже что-то, так. Ну, знаете, я просто... Опять же, здесь нет мыши. И хрен попрыгаешь по остальным функциям, когда все эти клавиши только и делают, что крутят, блядь, твой самолет. Не, ну серьезно, нахуй. Ну кому это, блядь, надо? Кому это может быть надо? А я не знаю. Ну что ж, заоценим что-нибудь интересное. А пока тут все грузится. Ебать, вы посмотрите, какая заставка-то, ебаный в рот, прямо, блядь. Ну, я нажимаю ич. Это... Чё, типа... Я уже играю, что ли? Ну-ка, ага. Блин, ни хрена себе, я нажимаю, но он все равно... Да-да-да, я типа летаю. И все нахер. Долетались, блядь. И сам прикол, игрушка не зависла. Вот что, печаль. Блять, да что это за говно вообще происходит на экране? Знаете, это выглядит реально как фильм 80-х, и причем совершенно херо. Не, серьезно, они хотят, чтобы я... Ну и хули, блять. Не, ну серьезно, это я... Блять. Что там вообще происходит на экране? Блять, я не знаю нахер, что это за... Нет, и вы смотрите, вот я жму на пробел, то есть я типа стреляю. Ага, нужно... Вы чё, серьезно? Вы хотите сказать, что это авиасимулятор, сделанный в стиле QuickTime? Вы чё, мать вашу? Вы чё за говно вообще создали? Знаете, я даже не знаю просто, что вам на это ответить. Вот что вообще тут происходит, а? Как мне мочить вообще тот самолет, когда я даже своим самолетом управлять-то, блядь, практически не могу, а он носится как психованный. Блядь, да ёбаный в рот, День независимости, и то не такое говно. Так, вот сейчас я наберу мощности, вот аж...
Нет, вы знаете, это полное говно. Пресс Ctrl, 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 Ctrl. Я нажал Ctrl, но меня, блядь, ранили. Или это брызги воды тоже не пойму. Не, вы посмотрите, то есть... Знаете, такое ощущение, что это любительская съемка, блядь. Серьезно. Давай, давай, давай. И зачем вообще вот он это делает? Зачем вообще он делает эти пиздатые трюки, которые нахуй не нужны? Ты мне лучше дай нормальную возможность прицелиться, блядь, жоп. Знаете, я закончил. Серьезно, я не буду больше показывать вам это говно, потому что мне самому слишком противно. Видали, какой здесь богатый арсенал, блядь? Знаете, точно сняли с Дэнди, где всего две кнопки было. Вот знаете, вот то же самое, блядь, то же самое. Знаете, с вами был мистер Геймер. Всего хорошего, до новых встреч. Подписывайтесь на канал.